Всем огромный привет! С вами Юля, основатель бренда Julia F. Недавно поступило предложение от вас снять видео про платье для полных девушек. В принципе, я уже давно хотела это сделать, но когда как не сейчас, самое подходящее время. Как выбрать идеальный вечерний наряд? Какие платья подходят пышным девушкам? Мода на женский силуэт меняется чуть ли не каждый год. Несколько лет назад были популярны худощавые дамы, а вот полным девушкам нужно было постараться, чтобы найти одеяние себе по вкусу. Сейчас дизайнеры дали зеленый свет фигурам с пышными объемами. Теперь не нужно искать специализированные магазины, современные кутюрье позаботились о разнообразии фасонов и размеров. Достаточно знать, какое платье подойдет идеально, скорее скроет недостатки и подчеркнет достоинство. Несмотря на многочисленные советы и пожелания модельеров, современные девушки продолжают допускать ряд ошибок, которые сказываются на их внешнем виде. Вариантом, чтобы раздобыть понравившееся платье в современном мире с избытком, можно заказать в интернете, пройтись по магазинам или понадеяться на собственные силы, например, сшить платье с воланами на плечах своими руками. Однако далеко не любой фасон подойдет вам. Дабы не ошибиться в выборе наряда, нужно соблюдать несколько простых правил, касающихся следующего. Многие радуются, втиснувшись в платье с цифрой меньше, чем обычно, но нужно объективно оценивать свои реальные параметры и выбирать соответствующую модель. Исключения составляют девушки с непропорциональными фигурами. В этом случае следует отдать предпочтение наряду на размер больше. Правильно подобранная модель платья способна скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства женщины. Например, завышенная талия может скрыть с глаз долой выступающий животик. Это идеальный фасон для полных женщин с животом. А пышные юбки помогут сгладить фигуру треугольного типа. Пышным дамам стоит полностью отказаться от модели с мини-юбкой. Также осторожно нужно выбирать платья с длинной юбкой. Такие подойдут только высоким девушкам, в то время как низкие будут казаться только полнее. Идеальная длина на пару сантиметров выше или ниже колена. Но это в зависимости от личных предпочтений. Ошибочно полагать, что стандартная длина рукава скроет полноту рук. Наоборот, в большинстве случаев это только добавляет лишнего объема. Эффективнее всего длина 3/4. Любительницы ярких орнаментов вполне могут позволить себе несколько нарядов в таком стиле, в такой расцветке. Сюда можно отнести легкие шифоновые летние платья. Вертикальные полосы способны визуально вытянуть фигуру, делая ее более стройной, а горизонтальные линии имеют целиком противоположный эффект. От них лучше воздержаться. Задача выбора праздничного платья для женщины становится довольно простой, если учитывать все рекомендации и принимать во внимание чувства собственного стиля. Не стоит подражать моделям с обложек глянцевых журналов, куда интереснее создать свой неповторимый образ, выставляющий фигуру в выгодном свете. Для создания по-настоящему женственного, утонченного образа необходимо не просто подобрать платье нужного размера, а точно угадать с фасоном. Совсем недавно бытовало мнение, что полные девушки должны прятать все свои недостатки под бесформенным балахоном. Это время прошло, и теперь пышные красавицы могут позволить себе изящно выглядеть даже в самых смелых летних платьях для полных девушек. Среди популярных фасонов можно выделить подходящие для объемных типов фигур. Платье-футляр, ампир, завышенная талия, New Look, модель с запахом, туника, платье-футляр. Бытует мнение, что подобный фасон идет только стройным девушкам, но это далеко не так, ведь такая модель может стать украшением даже полной фигуре. В последнее время особенно плотно вошли в моду платья с баской. Они идеально подчеркивают линию талии, скрывают животик. Предпочтение стоит отдать темным монохромным оттенком или вертикальным принтам. Данный фасон достаточно универсальный. Отлично смотрится вариант с высоким каблуком, стильным пиджаком в образе бизнес-леди. Аксессуары и женственная обувь станут дополнением к этому элегантному вечернему наряду. Ампир.
Модели в этом стиле идеально подходят девушкам, которые жаждут скрыть свой выдающийся животик и широкие бедра. Фасон, ведущий своей историей в далекую Грецию, сможет справиться с этой задачей на ура. Легкие струящиеся ткани, юбка макси, высокий каблук. Образ готов покорить не один десяток мужских сердец. New look. Наличие полной фигуры не повод носить балахоны. Молодежные платья в стиле New look могут создать романтический образ и вовсе не обязательно для этого полностью скрывать ноги. Пышная юбка чуть ниже колена – то, что нужно для визуального конструирования стройного силуэта. Цвет такого наряда зависит только от личных предпочтений девушки. Однотонный вариант, мелкий принт, горизонтальные полосы – здесь точно есть из чего выбирать. Фасон с запахом. Универсальная модель, которая подходит буквально любому типу фигуры. Благодаря уникальному крою платье способно подчеркнуть линию талии, при этом визуально вскрыв живот. А также грудь в таком наряде смотрится всегда потрясающе. Данный фасон идеально подходит дамам, чьи размеры колеблются от 70 до 74, особенно хорошо подчеркивает объем груди. Выбор ткани платья также важен, как и сам наряд. Она не должна быть слишком тонкой и демонстрировать все неровности тела. Трикотаж, шелк, деним, хлопок – то, что нужно. Платье-туника. Этот вид относится к повседневному стилю. Благодаря свободному крою такой наряд скрывает все недостатки фигуры и абсолютно не сковывает движения. Туники по своей сути также могут быть разнообразными. Длинные ниже колена, короткие, с длинным шлейфом сзади, кружевные, сетчатые и так далее. В цвете тоже не стоит ограничиваться от белоснежного до лилового платья. Туники отлично подойдут девушкам с размерами 70-74, особенно если их умело скомбинировать с леггинсами, шортами, плотными колготками, дополнить образ элегантными каблуками или танкеткой. Выбор правильного фасона платья – половина дороги по направлению к женственности, красоте и стилю. В теплое время года особенно хочется быть элегантной. Это желание легко воплотить с помощью свежих летних трендов, главный среди которых – женственность. Платья для полных девушек 2021 представляют во всем великолепии романтичного стиля, который сегодня проникает даже в повседневные наряды. В первую очередь это модели актуальной длины миди. Она великолепно балансирует фигуру в модных платьях с расклешенным от линии бедра подолом. Этот отголосок раннего ретро, вернувшийся на подиум в виде полуприталенных, хорошо обрисовывающих фигуру силуэтов с акцентом на зону декольте. Его дизайнеры создают либо с помощью откровенно глубоких вырезов, либо с помощью драпировок и отделки. Такой прием в паре с активным клешением подола создает очень гармоничный силуэт, который делает фигуру стройнее. Цветовая палитра полна цветочных оттенков, но в отличие от предыдущих сезонов, в этом особенно актуальны приглушенные пудровые тона розовой и фиолетовой гаммы, а также бежевый, жемчужно-серый, лиловый. Не менее богат выбор модных принтов, среди которых стоит обратить внимание на неконтрастные цветочные и абстрактные мотивы, а также супермодную клетку. Среди сезонных дизайнерских предложений особо выделяются модели в свободном городском стиле, который набирает обороты популярности. Наиболее выигрышно смотрится простого силуэта трапеция модели с облегающим лифом, чуть завышенной талией и свободным летящим подолом. Великолепно выглядят модные платья для полных длиной макси. В них наиболее полно раскрывается дизайнерская идея кроя и богатство расцветки. В моде 2021 локальные сочные цвета и оригинальные дерзкие принты цветочной и этнической тематики. Стилисты советуют при выборе таких моделей обращать внимание прежде всего на неконтрастное, но эффективное сочетание из модной цветовой гаммы. К примеру, оранжевого и розового, или бирюзового и изумрудного. Даже крупные рисунки, они сегодня как никогда актуальны, в таких сочетаниях придают силуэту стройность. Платье 2021 для полных со сложными принтами – один из главных трендов лета. Черный цвет в этом сезоне дизайнеры с успехом заменили на сочные тона бордового, глубокого серого или синего. Очень элегантно смотрится платье в бежевых, оранжевых и голубых тонах. Отказываться от светлых оптимистичных оттенков не стоит, теплые оттенки и матовая ткань отлично моделируют фигуру.
В моделях для особых случаев безусловного внимания заслуживают вариации на тему платья в греческом стиле. Универсальный фасон, позволяющий моделировать стройный силуэт, в этом сезоне не обошел своим вниманием ни один дизайнер. Общая тенденция, которая читается в коллекциях 2021 – нарядное платье, откровенно демонстрирующее преимущество фигуры. Сделать это помогут ткани, деликатно формирующие драпировки и складки. Лучшими станут натуральный шелк и вискоза. На этом мое видео подходит к концу. Я очень хотела поделиться с вами трендами в платьях для полных 2021, однако также акцентировать внимание не только на актуальности, но и правильном выборе. Если вы начнете правильно себя читать, то при выборе платья обязательно будете придерживаться некоторых правил, которые подчеркнут вашу фигуру. Вы смело можете к своим знаниям добавлять трендовые акценты, и тогда будете не только красивой, но и стильной. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока!